Today I've decided to read a scary story to you. To make you sleep. Anyway, since it's going to be in Russian, which I hope most of you don't really speak, so you can listen to my voice. I'm going to speak softly or maybe whisper a bit here and there. And I hope that while I do that, and relaxed at the same time. So let's begin. I'm going to switch to Russian now. The story is called simply The Darkness. А ты когда-нибудь обращал внимание, как темно за окном, когда внутри помещения горит свет? Вот именно об этом меня однажды спросил коллега по офисной работе. Я ответил, что нет, не обращал. Придя домой, я залезл в окно, так как уже темнело. Потом делал дела по дому, уже собирался выключить свет, раздеться и лечь спать. Подошел к выключателю, который находился на противоположной стене от окна. А тут вспомнил о разговоре в офисе. Подошел к шторкам. Я даже отважился подойти к стеклу и вглядеться. Почему-то каждую секунду ждал, что вот-вот появится во тьме лицо монстра. Я пытался не поддаваться панике и пошел. Судорожно, что ли? Это как на лестничной площадке появляется такое чувство, как будто вот-вот кто-то или что-то снизу, из глубины тьмы, бросится за тобой, а ты уже готов к тому, чтобы бежать.
кукины выключатели у меня задрожали. Раздался щелчок. Вот уже отчетливо вижу стену и диван. Я сел на него и посмотрел в окно, отчетливо увидев, что тьма там не посветлела. По-прежнему было видно лишь густую черноту. Минутное ожидание ни к чему не привело. Я решился попробовать открыть окно и высунуться, поглядеть, есть ли свет хотя бы у соседей. Я ничего не увидел. Потом, свесившись, посмотрел на пятый этаж. Потом по сторонам. Ничего. Наверное, поздно уже. Мелькнула у меня мысль. Я решил посмотреть на часы. И тут меня словно током ударило. Я не выпал из окна. Я не видел своей руки и часов с подсветкой. Я оттолкнулся от подоконника и упал на пол. Обратил внимание, как ваза с цветами сильно раскачивалась. Видимо, я еще раз подошел к окну, высунул левую руку и охнул. Рука по локоть находилась за окном в черной темноте. Проделал этот трюк еще несколько раз. Что за чертовщина? Я бросился к телефону позвонить кому-нибудь, чтобы тоже проверили. В телефоне был записан только номер офисного коллеги, с которым как раз разговаривали про тьму. Странно. Я набрал. Трубку взяли сразу. Я было начал наперебой рассказывать, что да как. Он сказал мне лишь следующее. Оплаченное время 1:29. Всего самого наилучшего. Я растерялся и решил, что ошибся номером. Начал набирать еще раз и посмотрел на пол. Тьма из окна была на полу. Приглядевшись, я увидел, что она словно затекает в комнату через открытое окно. Бросив телефон на диван, я пошел к окну, чтобы закрыть его. Закрыть-то я его закрыл, вот только подоконник почему-то стал ниже. И образовалась
Одной двери, только лестница наверх и вниз. Мои ноги находились в этой тьме. Их начало неприятно покалывать. Подобрал кроссовок, у которого уже не было подошвы. Выходит, тьма пожирает вещи, предположил. На 10-м этаже тьмы не было. Значит, если выберусь наружу, то увижу, что происходит. Сломать замок оказалось не так просто, но у меня получилось. Открыв дверь, совсем запутался в мыслях. Дом стоял во тьме, как в воде. Ровно по 9-й этаж. Я набрал службу спасения. Нет сигнала. Перепробовал все номера, которые знал. Не вышло. Набрал номер с мобильного. 2 гудка и оплаченное время 3:45. Всего самого наилучшего. Я посмотрел наверх. Звездное небо было очень красивым. Где-то с синим оттенком, где-то с зеленым. Млечный путь очень ярко выделялся. Я подумал, что надо бы купить телескоп. Но потом вспомнил, что происходит. Посмотрел. Помогите! Вдруг послышался голос от другого выхода наружу. Я выронил телефон, и он упал прямо во тьму. Махнув рукой на это, я побежал на голос. Дверь была на цепочке и открывалась недостаточно, чтобы смог пролезть человек. Изо всех сил рванул ее, и дверь распахнулась. На меня смотрела очень красивая девушка. Глаза были большие и испуганные. Она начала расспрашивать, что происходит. Я не знал, что ответить. Просто развел руки в стороны и вздохнул. Девушка дрожала. Я снял пижаму и подал ей. Она отмахнулась. Сказала, что напугана, а не замерзла. Однако потом, подумав, взяла и надела. Мы уселись у края крыши. Видно было, как волны темноты качались, точь в точь, как морские волны. Я расспросил, как она заметила. Спросить, давно ли она тут живет, потому что я ее раньше здесь не видела. Девушка, улыбаясь, отвечала. Вдруг я захотел приобнять ее и поцеловать. Ведь скорее всего нам конец, когда тьма поглотит все вокруг. И когда я уже наконец решил. Остался громкий сигнал, после которого девушка вдруг посерьезнела в лице и в
все тем же знакомым мне голосом проговорил: оплаченное время истекло. Всего самого. Успешно прошло. Процедура. Я вижу, все хорошо. Не волнуйтесь, остальная память вернется к вам совсем скоро. Почему остальная? Повредила память при входе и удалила воспоминания.